Хилишь ты или не хилишь, это виклик. Так, один, один. Дамажить. Ну все, ДК берем и все. Блять. Блин, 50 вот и не хватает, да плач. Где ты, блядь? Ёбаная меховая тряпка, блядь. А я думаю, что у меня наушники-то, сука? Чё-то... Нахуй слишком туго стали, блядь. Процессор отойти. Мелкая, блядь, рыжая тряпка. Сука, блядь. Чат, иду на минутку. Меня, так, стоп, у меня тут мастер стоит или нет, ля? Что-то у меня какой-то двойной звук, что у меня заходит в Дискорд. Кто на колонках? Ну, наверное, я. Когда Фой говорит, надо успеть, а потом, о, Алик пошел. Да. Вали его, вали. Здрасте всем. Здорово. Здорово всем. Здорово. А, это да, типа не хватает маны в другом А еще, сука, когда сломанешь рейд паладином, не холи палом. Особенно. Когда у тебя мана заканчивается. Прикинь. Вот это весело. Ролю на танка. Ты сначала холи пал одень. Ролит она. Мне нормально. Что нормально 237? Ролишь на хила? Нет. Да. У меня танк будет мейнспеком, так что. Ты ролишь уже на хила. Почему? Это не обсуждается. Твой дядька. Ты о чем? Если танкануть, то я танкану. Сколько еще? Бля, че меня опять кинуло? Че за хуйня? Че за черный экран? А, во. Сейчас, ребята, я с ума не все. Блять! Ёбаный Долоран. Хорошо, чаще. Секунду, я зайду, засамуйте еще раз, пожалуйста. Сейчас захожу. Да, меня выкидывают в Долоране, это ебаная ошибка, когда дохуище народу мне. В этом ебаном Долоране. Это чаще всего нахуй вечером. Да и вообще, ну вот меня выкидывают только в Долоране. А некоторых, короче, в Долоране все заебись и выкидывают в инстах. Вот прикинь, вот мне еще везет. У меня такая хуйня. А у меня везде все заебись. Только не в Каражане, потому что ты его не знаешь. Хуй, меня водят за руку, нахуй. Неважно.
Вот тут жратву готовят. Он тут жратву поставил. Стол с яствами. Короче, на меня аура от огня, если чё. У меня там какая-то стоит. Сосредоточение, поле пал. Идхоу. А чё, нужен танк? Сейчас пекаю. Стрижка медведя. Ну сидит тут по полу. Да, не дать у ДПС. О, пиздец. Нет. Все, пошел бы. Да. Где? 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 А, ну да. Это они не дождались рейда. Да не. Хер ли вы на 18:30 поставили, да? Чё так-то? Говорю, чё вы КД на 18:30, пацаны уже, блядь, высохли, а вы, блядь, на 18:30 поставили, блядь. Ребят, давайте забирайтесь меня мобов, а чё тут слишком рост. Ну, там еще третий есть, мы не заметили, блядь, он уже вообще все пиздец, на землю ушел, Чё мне баф? Чё бафать? Толку не вижу, ноль толку, блядь. Не знаю. Ого, крик. Да, наоборот. Шредер не вкачал, блядь. Ладно, Шредер я в танке. Ну ладно, чё, заодно... Чё, мы в три танка, как... что ли, блядь? Да нихуя не в три танка. Не-не. Инту. А чё ты спекнешь Шредера? А кто МТ? Войд. Спекни Шредера в ДД. На, бо... этот, на маленьких атаках я могу паладином сам постоять и забить их нахуй. Смысл? Лишняя просто трата ДПС, Войд. Реально. Да, мы и так не сдохли. Ой, не был бы я уверен. Да, у нас магов столько много. Только неистов, отравленное неистовство, не сними Шредер, иначе босса заберешь. Угу. Ты бежал или так пойдешь? А маг не зашел. Алло. Так он зайдет, его выкинет. Ну, выкинете он. Это герой, нахуй, или какая-то хуйня, Войд, блядь. В смысле, блядь, потом десятки сходят? Не, ну... Надо чек сделать сначала. Не было чека. Ты до этого, наверное, делал. Не было чека, Войд, реально. Ты прослакал. Да, хорошо.
Крис, ты в инсте, нет? В инсте он. Крис. Все, забей этот лайк. А чё, чё, кто лайк? Реально. А что бой, да, но не держит. Так, а на пол, Гудский, с этим давайте по нему. Давал. Да не отбегайте, сдохните быстрее, так мы зайдем и все нормально. А ты в инсте был или около инста? Ты появился еще... в инсте? В инсте, он. Так что. Не, когда бой видишь, может выкинуть за инст. А почему он в логе? Ну что, тебя переагрили, что ли? Да все, норм. Вы, надеюсь, все охоту взяли? Алло, прием. Или кто-то есть такой, который не взял охоту? Ну да. Добегайте, давайте быстрее. Времени тратить. А чё с тебя? Сагрили босса, что ли? Чё, за полтора часа аж пройдём. Пройдём и за полтора часа. Давай, рыбку хоть поставлю. Лу сказал, чтобы передвинули Артена раньше, блять, а сам даже на этот не пришёл. Это Лу писал, чтобы ты передвинул этот Артен. Потому что у него там что-то 2 часа ночи или сколько. Ну это да, ну. Чё, он типа пошел спать до Айраски? Рыбу поставил, кушайте. Давайте, ребят. Ты ж тоже по Оману говори, если чё, я сальвотом на кого-то кину. Так не, почему у него после этих, если это опять же забагается нахуй инвиз, соответственно, как и тогда нахуй просто огромнее скинется. Значит, Сиро, сам знаешь, ой, тут всякое нахуй бывает. Как и на циркуле, на всем ли. Там есть джус? Есть, сейчас поставлю. Поставил. Шейдер. Иди отсюда нахуй, меховая тряпка. Чек опять был, наверное. Да ну, чек был. Успокойся. Зоил. О, Вайда, как вы положили-то? Орё, ребят. Мастер, бери. О, я чё, ещё и загрел? Ну как уронили, бля, сука, чё так прошибает, ну? Дай фатауна. Мультя, жми этот, как его? Уход тень. Да, пока ты, я ж тебе говорил. На мастера напуливайте пока что. Давай наоборот будет сделаем. Мастер будет на боссе. Так что это. Ай, то чё ты, я тебя вшила? Ты на больших постой. Чё больше бледнеешься? Тут что-то реально нахуй. Или... Ну, бывает. Чё там по тебе баф дали? Я вроде всем дал. Короче, на дракончиках посижу. Что, я на большом? Нет, нет. На мелких стоим. Вон Лу пришел. Давай, я помогаю тебе. Остальные играйте. РДД играйте по боссам. Эти, как его, ДДшники играйте по этому, по большим. Тут с мастером нахуй разберемся сами с мелким.
Играйте, играйте, ДДшники, пошли по-большому. Не теряйте время. РДД, играйте по боссу. Переводите быстрее. Героб можно было вдать, наверное. Да, ну не надо, на третьей фазе дадим. У нас так нормально, да, не дошло. Вспышка. Вспышка. Милики, ну чё у вас там с ДД по-большому, алё? Пошёл помогать. Вы чё, издеваетесь, что ли? Дыхание куда? На скосок. На 2 часа. Да, лучше вам. Лево не туда побежал. Второй идёт. Смотри. Вспышка. Вспышка. Миля отойдите. Дальний, подними мосс. 2%, да? Еще один. Ловить. Венту, подними мосс. На, не на, подержал бы. Так. Сейчас добьем этого. Потом будешь ассистить. Эфир на мастера закинул. У меня нет эфира. Когда Гера? Сейчас подойдут все и Геру дадим. Че, все подошли? Геру, давай. Красавчик. Почему у вас тут всегда проблемы? Все дохнут и дохнут, дохнут и дохнут. Хуже, чем у целка, блядь. Не, так это вот видишь, дохнутые из эфира. Выводят на клиф. Или на дыхание. Просто шотает. Плюс эти огненные хуевины. Да, перекинь лоу в 7-8 патч. Обычно лоу. Этих они скрыт. Приветствую. Чё, у тебя не куплен маунт, что ли? Засумоните, ладно? Я пойду. Кофеечку по бырику. Он по бырику. Налил. Да посмотрю там. Угу. А, да, бывает. Тушары, которые так делают. Суки.
Так, а чё ты, а зачем ты ставишь индикаторы Ctrl-V, прожал, да и всё. Высветились полоски, там же видно. А, да я думал, вы как-то по-другому ставите. Ну так-то да. Так, камеру-то это, Ctrl-V нажал, и всё норм. Запомните, хорошо. Сейчас подойду. Да-да-да. Вид босса от первого лица, вот это прикольно. Я так играл, когда мне было 3 FPS, блин. Я в ребре нахуй стою, что-то бью, не знаю, что за хуйня. А тогда еще 4 босса только пахало, блядь. Тогда ребро только убивалось, блядь, спидхаком на этом, блядь. Наверху, на камне, блядь. Чтобы служи не дамажили. Подлетели. Как ты этот с Пимшем на первом боссе со Сноубальдов, но вытягивай. Сноубальда с боссов. ДПС нам платит. Вышли, дай медаль. Соси камни. А чё там? Камней нет. Ну там. Я сейчас. Пимша, ты где? Выйди с инста, дай медаль на соси камни. На будущее, блин. Ты похоже не догадаешься, что надо, блядь, камни на лог. Ну, забыл, парень, что-то. Что забыл, блядь? Я всегда лог как будто бегаю на фул сосу. Ну, ты сосёшь, он вытягивает. Кстати, лучше, чем вытягивает. Бам. Благодарство. Так, ещё там кого наводит? Там Ванзай в логово Аниксе. Чё, падает камни, не? Красавчика. Так, еще кого-то надо? Я его засмотрел. Шансунга нету. Шансунг ледяная корона. Вот зашел. Шредер ледяной короны. Вон зай тут. Ивент ледяной короны. Не трать. Есть. Здесь а шкаф уже поставил. Рыбку я вам поставил, обновляйте, кто там сдох. Давайте только быстрее. Последняя рыба будет. Здорово.
Винт еще зафигарить. Вы услышали призыв серебряного аватара. Да ну, не, я пробав. Ну, чек делай, и этот, как вы погнали, электроцелял уже. Те из вас, кто смогут пережить испытания, пойдут в ряды серебряного авангарда, который направит... Кто первый будет? Мастер, ты? Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Шредер, да, вроде. Темных пещер грозовой гряды был призван Кормак, процающий бивень. Бой, герой! Ну там кошмар. Конечно, спекнулся, блять. Да, нормально, что-то. Самое главное, все вовремя сказано. Ну что, ДПС одевай двуручку, блять, в танк шмоте пух. Будешь забирать танк шмоте, просто с меня босса выбирать. Я же говорю. Ну вот, пробуем. О, вот, штука, еще река он бахнулся, мы бьем. Да, я там. На болт, подойди, блядь, к Рейдену. Озер, не слакай, следите за дебафами. О, да нет. Я спекнусь. Некоторые эти у нас. Иди, помню. Можно все там и этот... ну, холи палы. Все нормально. Забираем. Да. Все норм, соло заходит. Бегу. Блять, откинулась. О, на шредере есть. Давай, давай, побежали оба. Я тут через... Я всех буду бить, короче. Надо раздамажить рейд. Побежали в рейд. Да-да, двигается. Короче, был я в рейде. Там... БРС вел парень на циркуле. Короче, ну и Рейл был такой, знаешь, типа неадекват, там что-то, блядь, его там жена бросила, что-то еще в этом роде, короче. Ну вот, ну и он, короче, вообще тильтует по-жесткому, и там просто, знаешь, пол рейда затопков, а кто-то в РК орет. Ну, на первой фазе, метеорит перебежали раньше времени, все перебегают нахуй, сдыхают, блядь, я просто дико ржу в этот ВРК. А вообще такое... А будет поколение людей, которые играют в WoW, которые не будут знать, а что такое РК, блядь? Да, будет. Кнопочные телефоны, что такое кнопочные телефоны?
За вентрилы я слышал, но, блядь, никогда не пользовался. Мне говно какое-то. А, я что-то помню, было, да, такое дело. Скоро получим ли? Скайп был когда-то, да? Ой, да скайп мы до сих пор хуярим. Я вообще не могу на свою винду 10-й, блядь, поставить скайп, ну. Угу. Да ладно, ты танк, ёпта, он у танка-то не шотает. Ага. Так на гробах танках и пишут обычно. Не шотает. Да капец, короче. Какое 7-е место вообще. Что, сфера мне анролл, да? Фигол тебе, не анролла. Готовьтесь к бою. Шеддер, ты, надеюсь, спекнулся обратно? Да, конечно. Чё? Так, чё по хилам? Я могу в этот ШП уйти или нет? Так. Дали мне код в ПВП. Ну тогда ворша этот, оставляешь шансунга в ШП, да и все. Шансунг в ШП, спекайся, да и все, чё париться. Смотрю, начинаю делать шаму, блядь, уже три шамана, да? Но у Эксоса проф там не закрыт, или целка 25 обычка. Плюс надо знать. Придет, закроет, да. Надали навешаем. Что там Герус пола ебнуть, не? Мы ж не давали. Да не надо. Так даже укадок нам еще это убивать. А я его там, ну, где принял, блядь. Эксесом. Нет, не надо, не давайте. Так. Так, три РЛ, давайте, блядь, два против одного, все равно. Писька меры, давайте. Видите, он сказал давайте, так что давайте. Нет. Да. Сука, слушается, тварь. Да ёпивайте. О-о-о, что такое было? Игрок какой-то. Так, турбо, ты где там близко? Шеда, дай по мульти. Псак. Да? Это я не заметил. Скоро я тут тебя догоню. Так, мульти топ 1 вводит эту ссылку на сутки. О, кто-то залил, да, Шреддер? Ну ты иди чуть. Мне кажется, Шреддер не достоин такое внимание, что, блядь, каждый раз нахуй вспоминается имя Шреддера. Вот кто-то не прохилил. Отдал все. Вообще-то он вредер из удивительного мира Гамбо. Агро. Да вы запарили. У меня три удара в парирование прилетело, вы чё? Мастерство собирай. Угу, ничего что? Да, ага, и то в лицо фигарит, короче, парирование, блядь. О, нихуя, надо было просто мить, блядь.
Повезло їм на ТГПДам. О, гля. У пугов об'єкта жалко, сар ДБС. Видишь, а гильдии не отжал. Все, пиздец, гильдия, хуйня, ходи с пугами. Ролит, короче, себе триничку. Опа. И подизить ее пред вашими глазами. Они хотели заказать честь Альянса. Они пытались нас... Кто утешенец свалил? Да, бог. Зоэл. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов орде. Нет. Нет. А вычка, чё, все равно ходим на группу, нахуй. Да, слука, ГП, конечно. Нафиг. На обычках уже надо завязывать. На скорый виклик выводить из ДТ. Да не, не надо его выводить. Даже, блядь, асгарды не выводят, блядь. Иду вейв танк. Шабат. Энх. Шуманы. Если маленький мой еще этот, блядь, на РС-ку прилезет, я его ушатаю нахер. Да вы втроем удержите, что там? Там еще отъехал, блять. Блять, вот шейпер вышел. А, я ж срез-то не делал, заодно надо срез сделать. Зоил делал. Я делал, подожди. Понял. Я в шейпике все равно диспели типа, масс? Или спектр? А, окей. Будешь им как кидать? А ты чё раньше не пришёл за дом? Мастер, ты главное танк сними, если что, я тебе с массом сфигану. Что, с кого? Ну, я имею в виду этот, подстраховывай. Кто бомжей дал?
Да не знаю. К нам подошли. Мага, я так понимаю, да? А чё, вот Шарпи, нахрена вот бомжей вот вы даёте на вот этих боссов, которые не нужны здесь бомжи? Да, конечно. Нет, они подошли, они никого не агрили, конечно. Они не агрят, они срывают просто мобов нас. А ты чё не в форме? Давай, я там прожал. Рога ушел. Потому что все на тебе висят, а бдилка, блядь, на шредере. Ну да, так он. Да, этот, как его, помню, тоже шел, короче. Ну, пацаном. Магазом. Этот, как его. И как, типа, этот. Минус войд. Да, надо было поаккуратнее. Короче, и шли, перед нами ДПС. Ну, на пешеходный выходим, перед нами ДПСники. Вообще, как тормозят. И просто парень нахуй на аутлендере. Хуя, мимо нас проносит. Вы прошли, а. Шарфи, а чё твои бомжи? А, или это, блядь, степ 4, на. А, возможно. И этот, короче, хуяк, они едут, едут, светофор приезжает, только мигалка. Миу-миу-миу-миу. И рак вот тормозят. И все. Полторашка прилипла, блядь. Минималка. Да, капец, бывают такие вот бюджеты. Ебать, как недолго это типа. Это третий кат. Не еще. Знаешь сколько? Будет 99. И будет у меня вторая кат. Да, 4. О. Да. Кстати, гол после выклика мне закроем, как раз будет. Чего? Закроем? Эти карты. Кто там предлагает закрытие, как говоришь, да? Третью кату кто-то хочет. Сванцевон. И вон кто-то в гильдии вылает, ему помощь надо. Привет. Так, я в ДД дам. А какой должен брать хил? У меня такой вопрос. То же самое, что рейд. Ча, я тут кулачки там просто, да? Нет. Какую брать метку хилу, блин? Черную, как и всем. Шезер. Thank you.
Да я на него сальву кидаю. А, бах, чуть танк не упер, да? Или как? Был баг на магах, когда именно ты прожимаешь копию, и ты никогда укус на лане не взорвешь. Не срыв. Шо не тут не дали ДП, шо там не дали ДП. Ой, блять, не ДП, а сайт. Геру нахуй. Ну, конечно, а зачем вообще Гера шаманом? Оооо, выбор мой нахуй. Этот, порог палача на базу, ребята. А, я его нечаянно сбил, блядь. Вот, порог палача, шея отсюда, на базу в ГБ. Пока ДПС. Тот сролил. Виндранекс. Лео. Кто выбрал? Лео, давай обмен. Какой? Какой нехороший человечок. Не боешку нужно. Чтоб рыбы подумать. Ты уже запарился фигарить рыбу со своей. Кому вы? Слышь, давайте без этой хуйни, пожалуйста, Зоэл. Роли мы нормально. Выбор, кидайте первый ролл и пусть он отдаст. Давай я дам второму паролу. Да, пусть отдает по второму, так будет. Кто второй паролу? 94, у меня 96, у Виндранерс. 99, Зоэл, ну типа Виндранерс. Значит, лево пусть уходит, если... Не, серьезно, давайте без этой фигни, чтобы время так не терять. Не, ты серьезно, уже, да? Ну это понятно, что мы в гильдии. Этот, слышишь, как его? Зоил, кинь, пожалуйста, этот Джис. Давай снизу встанем. А, ну окей. Хочу с черепом почекать ДПС. Может, мне тоже истерику закатить, как Алиса? Король Лич понес тяжелую потерю. Нет, не дает шедов. А чё, эти троп 3 не уже не дают? Типа, серьезно, они что было? Отлично. Не, вот серьезно, хантам, блядь, забирать выбор, но это уже, блядь. Если сурф, то да. Если сурф, то да, но он не сурф нихуя. Ну может он в сурва спеклится и будет вообще заебись. Может, хочу посмотреть, если бы он еще в ПВП не был, да? Я вообще хочу сурва посмотреть, что он может здесь. 4-4. То, блять, фурику отдают, нахуй, выбор. То и чё-чё-то хуйня, блять. А, сука, да, нахуй, короче. Ты так и сделал, что сказал?
если чешка не упадет, и воля не упадет на этом, когда я удаляю, нахуй вара, блядь. Слава богу. Вот так, да? Ты запомнил, да, этого человека, который сказал слава богу? Да я так знаю. Она только рада будет, нахуй. Тойл, ставь. Ты босс. Да они его сейчас запулят, а я череп не одену. У меня-то сапогов нету, я сапоги не одевал. Ни нахрен не нужны по воем. Так, сейчас, секунду, вот, погоди. Сейчас, секунду, идем. А, прикинь. Слышишь, прикинь, у меня... А, не, должно быть. Ну я сейчас буду с черепом попробую поесть. Шарпик, ты где? Он что-то писал, нет? Было 52% крита, что-то наступает. Не будут бить, они фастанут. Кто вам, блядь, сказал, что они сильно бьют, нахуй? Я вообще не понимаю. Нет, они бафают, они бьют сильно, если их не станет. Ну меня вообще не пробьют, я всегда сводил, блядь, никогда не пробивал. Если бы. А это много если. Агро, 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 гурский. Сними агро, давайте на полу по мишке, пожалуйста. Так, помойся. Мозг где-то там. Не слакайте, чтобы вам не давали в этот бопа лишнее. Благо, лишь скилл. Не, ну вот это уже бомжи, конечно. О, пимша. Ты чё, удаляешься, что ли? Да. Да, я чуть не сдох. О, у Геро, не? Он в Гере делает. Только в Гере. Чё за квест? Если кормит кары, которые в Гере. Не понял, вот чё? На маника грубо. А, это в гере, конечно. Это не в обычке, это если с... Конечно, турбо. Он в гере делается, почитайте квест там. Ооо, маунт андрол нахуй. Да этот маунт падает так каждый раз.
Каждый раз, сука, падает, ни разу не могу свалить, да? Мне этот обычно мосс уступает, красавчик. Добро пожаловать на испытание. Вожуха и успех. Да он не, у меня он есть. Мне тогда тавр уступал. Мосс опять ролит Войт, ролит Ванзай, ролит Крис, ролит Войт, Виндраннер, Шрайдер. О, сейчас Виндраннер заберет нахуй, да? Пимшем. Пимшу резните? Вы заметили, все треньки попадали. Какой забрал? Ну, кроме танковской. Да это не треньки, это говно. Ну, для начала, да, для РДДшника, а так полная ГМ. Ну что, она тут не пашет, как правильно надо. А чё, на 8 стоит? Ну... Если вы на третью кату, третья ката делается 10 минут. Рыцарю 500 начислил, лубили в пати. Или давай я начислить, или сам начислю. Алло. Тут нет. Алло. Вот тут он в чате пишет. Главное, чтоб сейчас апокалы упали на РСК. Да мне меткости надо перебивать камни. Слышишь, у меня раз, два, три, четыре. У меня три. У меня три сокета с Ювы на 50 меткости. Ты уверен, что ты заберешь апокалы? Да. Да, я заберу апокалы. А если я буду их родить? То у тебя мейн спектр, если что. Ну а как бы, если мне на танка там ничего не надо, хули мне делать? Лутаешь 2 косаря ГП и собираешь на успех, да? Как у нас в битве когда-то был. Да не, я не буду. У меня типа дохуя меткости вот это, у меня наоборот мастерства не хватает. Там много мастерства не надо, там 15 мастерства с головой хватает. Ну, я 4 сокета на мастерство поставила, чтоб не 15 как раз и было. Не знаю, 26, не 26, но вот такая смысла нет с мастерства, у него все почти заклинания, блядь, кроме автоатака. Там полузаклинания. Вряд ли. У меня всегда было так, нахуй, нихуя не уходило. Надо на этом сервере проверить. Пока не собрал, не буду ничего говорить. Да? Хорошо, делаем мейном. Короче, я раз ходил, я хотел сделать друида, потому что у друида были все 4 спека, нахуй. Я его сделал, а потом раз пошел, нахуй, полетел в ледяную корону, там где акул фармить, короче. Смотрю, у какого-то, блядь, паладина крутится, такие херни кроме него. А я думаю, а давай сделай паладина, сделал, блядь. 19 уровня, потом думаю, а давай, давай 70-го прокачать, а давай, блядь. Так и полюбил. А потом я пошел, короче, на арену, блядь, с какой-то чувихой, блядь. Вов Эмо Хак использовал, мне дали парнамент на этого паладина.